Прямо сейчас хотел бы вам напомнить про свой промокод Йокин40, который дает 35% пополнению. При пополнении от 1000 рублей или больше вы получаете 350 рублей, либо если пополняете на 10 тысяч, получаете 3500 сверху на свой баланс. Ссылка на сам сайт, а также промокод будут закреплены в комментарии под данным видеорекордингом. Dez, what's up? Меня зовут Йокин. И мы снова, как обычно, видите мой фейс, всеми любимый, всеми обожаемый на этом канале. Поэтому мы снова будем открывать сегодня кейсики, радоваться дропу, который нам выпадает. И, наверное, вот здесь, сверху, где-то вы уже заметили, что у нас баланс 49 063 рубля. Баланс довольно-таки немаленький в случае с тем, как мы открывали на 10 тысяч, на 9, на 18. Наверное, самый большой баланс, который у нас был, это 200 тысяч рублей. Мы делали там контент. И, понятное дело, немножечко не получилось у нас прям-таки взобраться на вершину по балансику, но мы вышли в хороший плюс там, по-моему, на 100 рублей или на 200. Поэтому сегодня я вам предлагаю кое-какой интересный разнообразный контент. А спускаемся немножко ниже, и мы можем... А вот наши сборки. И я хотел сегодня открыть кейс за 50 тысяч рублей. Один раз попробовать с самого начала. Но так как нам немножко не хватает, я с вами предлагаю немножечко добить этот баланс и попробовать сегодня открыть этот кейсик. Нам не хватает ровно 1000 рублей. Поэтому я вам предлагаю немножечко, знаете, по такой стратегии пройтись. Зайти в майнинг кейсы и попробовать отсюда выбить перчатки, а потом уже попробовать выбить оттуда за 50 тысяч рублей кейс, да, и оттуда выбить какой-то хороший дроп. Я думаю, вы поняли, что я до вас хотел донести, поэтому let's go, сразу стартик открывать. Если же нам хотя бы с 2-3 прокрутов выпадет определенное количество перчаток, хотя бы 2-3 штуки, это уже будет хорошо. Но я, по-моему, сильно разогнался, поэтому нам хотя бы одну пару, которая бы нам окупила и дала возможность открыть кейс за 50 тысяч рублей, почему бы и нет. Но, как вы видите, мне не особо уже насыпает, и, по-моему, все пошло не по плану. Потому что сколько раз я уже его не открывал, по-моему, около 250 раз я его открыл. А в прошлых видосах, кто видел, кто нет, мы его открывали очень много раз. И перчатки именно с этого майнинг-кейса мне не выпали. Не знаю, что на MyCSGO произошло, но мне почему-то ничего не падает. Я не понимаю, с чем это связано, честно. Я уже хочу тильтануть. Начало видео, а я хочу тильтануть. Как это происходит, почему это происходит, я не понимаю. Где перчатки? Боже, я уже подумал, что перчатки выпали. Я аж заикнулся. Где перчатки мои? Где же вы, родные? Нам уже нужно 4000. Хотя бы 4. Добить до 50, родной, родной. Ты не хочешь мне давать перчатки? Я вот тебя понял. Ну ладно. Там столько внизу перчаток было. Ну камон. Дай мне эти перчатки. Все, последний раз мы переходим к чип-найф майнингу. Все, мне нужен чип-найф. Я уверен, что оттуда вам не дропнется нож, и я продам его. Сука, мы откроем кейс за 50 тысяч. Все, да, мы с этого кейса ливаем. Идем чип на F-майнингу, и мы открываем. Все, нам выпадает нож, 100%. Видимо, и с ножами нам сегодня не везет, да? Обидно, конечно. Очень-очень обидно. Давай мне нож, давай мне нож. Ладно. Ребята, я забыл вам показать. Боже, на сайте MyCSGO уже вышел новый киловатт-кейс, который не так давно вышел в CS2. Я вам об этом забыл сказать. Боже, какая же я мразь. Давайте посмотрим, какие же тут скины. Тут у нас Кукри Найф, поэтому как обычно. Поэтому давайте посмотрим, какие скины конкретно тут лежат. Это новый скин, новый нож, Кукри Найф, кровавая паутина, поверхностная закалка и северный лес. Честно, новые ножи выглядят максимально, будто их слезали со стендофа. Это очень сильно непривычно именно для Counter-Strike, поэтому, честно, на ваше рассуждение, но мне нож не сильно нравится. Новый АК-47 за 50 тысяч, это, наверное, лучший АК, который вообще существует в CS. Не знаю, мне пипец, как он понравился. Новый АВП Хрома Кэнон, тоже неплохой, но, честно сказать, выглядит максимально странно и как-то непривычно. Мне кажется, он будет очень сильно отвлекать во время катки. Зевс. Это скин на Зевс, кто не видел, Олимпус X27. Выглядит тоже прикольно. М4-1С Черный Лотос. Черный Лотос, по-моему, имеется уже МПшка. Я не помню, конечно, но это довольно-таки тоже неплохо. USPS, короче, Глок тоже, по-моему, в виде Лего. Честно, скинчик неплохой. Мне он даже понравился, поэтому предлагаю прямо сейчас сразу же открыть его 10 раз. Абы повезет нам, и попробуем его пооткрывать, посмотрим, что конкретно в нем лежит. Я уже забил хрен на этот кейс, который мы хотели открыть за 50 тысяч, поэтому предлагаю именно этот кейсик сегодня пооткрывать. Почему бы и нет? Вдруг нам что-то хорошее отсюда и дропнется. Но, честно, я вижу, что пока что как-то не очень хорошо нам что-то выпадает. Ну и при этом нам сегодня ни разу ничего хорошего не дропнулось, сколько мы уже сегодня открываем. Поэтому...
в надежде на очень хороший дроп сегодня, на 2000. Окей, 2к тоже неплохо, но баланс у нас вообще, ну, ни туда и ни сюда, 36 тысяч остается. Ну что это, ну, кому? Вот Зевс, 2 Зевса, 6 тысяч, можно даже оставить, почему бы и нет. 6 тысяч нам не помешали бы лишнее. Еще 6 тысяч, хорошо, у нас уже 12 имеется данного кейса. Продолжаем дальше, maybe он что-то еще хорошее выдадет. Я буду оставлять все, что нам выпадет, дабы посмотреть, на какую сумму нам дропнется, вдруг мы окупимся или нет. Хотелось бы нож, который тут стоит сколько? 24 тысячи. Нож за 24к было бы неплохо, но, как вы видите, ножом даже нигде не пахло. Ни на майнинг кейсе, тут тоже у нас полный провал. Продолжаем дальше. Конечно же, рассчитывая на то, что нам выпадет очень конкретно хороший скинчик. 9 тысяч на балансе и как-то не очень. Даже ни АВП за 13 нету, ни ножичка. Я, в принципе, не так много хочу. Ластовый раз его открываем, я предлагаю отсюда просто уйти и забыть про этот кейс. Он пару раз открыл, дал нам на 6 тысяч, но этого нам точно не хватило. Ну что ж, добиваем на живой. Все, у меня настроения нету на живой открывать, поэтому предлагаю добить 100% перчаточный. Он нам 250 раз, сколько мы открывали, он не выдал. Не выдал ни разу нам перчаток. 250 раз открытия... Просто, ну никуда, ну что это, я не понимаю, как можно так сильно сливать, это не туда, что это? Он даже сейчас ничего не дает, честно, у меня дикое настроение, желание продать все, что нам сейчас навыпадало, и просто открывать именно этот кейс, пока нам не выпадут, сука, перчатки. Ну как? Сколько? Вот за сегодня мы сколько раз? Больше 100, по-моему, открыли, если не ошибаюсь. Нету перчаток. Еще раз открываем, и опять нет. Но зато он нам окупает кейс, да, классно, на 1000 рублей. Нам выпадает дроп, зато у нас не окупается сам кейсик. Ну, как-то странненько получается на самом-то деле. Ну, дай хотя бы перчатки за 4000. Уже будет хоть какая-то радость. Я хоть уйду с перчатками хоть какими-то, даже самыми ужасными, но это будет не так обидно, когда у нас ничего нету. 1000 рублей у нас на балансе, и ластовый раз нам даже не окупает открытие. Мы просто берем и открываем его фастом. До тех пор, пока у нас не сольется баланс. У нас все сейчас на 38 098 рублей. Я предлагаю это продать и открыть Glowy Mining. Еще раз. До тех пор, сука, пока нам не будут выпадать перчатки. Это необъяснимо. Это просто необъяснимо. Сколько раз тебя надо открыть? Если бы за этот кейс давали бы хотя бы бонусы, я бы этот кейс уже столько раз бы открыл. У нас очень много было бы бонусов. И он постоянно бы нам их копил. А так, с них ничего не падает. Хорошо, я предлагаю 5 раз открыть Last of раз, 5 раз, да. Это будет ластовое, когда мы открываем, и перейдем к другому кейсу. У меня даже есть желание открыть оружейный кейс, который стоит 3000, он выдаст нам намного больше, и оттуда вынести можно больше, чем с этого кейса. Всегда он выдавал нам очень хорошо по 2 пары, по 3 пары перчаток. За 2 выпуска ни один раз он не выдал нам перчатки. Это очень странно, максимально. Может, из-за того, что я в прошлый раз выбил в лакшери Glowy Mining перчатки, по-моему, 2 штуки за 30 тысяч. Но сегодня прям лютый сюр. Я предлагаю последний раз, все, перчаток нет, заноса нет, мы с него ливаем и открываем weapon key за 5000. Я предлагаю 3 раза его открыть с надеждой на то, что нам отсюда дропнется хороший дроп. Мы сегодня везде побывали, на всех кейсах, которые только можно и нельзя. Ну да, тут уже 11 тысяч, быстро за 16. Татуировка дракона, крылья ук, 11 тысяч, окей. Открываем быстро за 11, 15, хорошо. Let's go next. Тут 11 выходит, а 4, я понял. По-моему, нам сегодня не сильно везет в открытиях. 16 тысяч. Это 1600. Гипнотически, хорошо. Это 8700. У нас есть 12. И даже не знаю. Давайте all in AWP кейс. Честно, я думаю, что отсюда нам 100% дропнется AWP удар молнии. Я в это верю. Не знаю, я... Вот, пожалуйста, AWP удар молнии. Все, мы добиваем тут весь баланс. Второй удар молнии у нас есть 100 тысяч рублей. Что, мать его, 1000 рублей просто за 2 клика. Еще раз открываем. Не видим отсюда удар молнии, потому что нам уже выпало 2 штуки. 108 тысяч у нас имеется. Все. Я этому больше рад, чем тем же перчаткам, которые нам не выпадали. Все. Спасибо всем за просмотр. С вами был Йокин. Всем спасибо за просмотр. С вами был Йокин. 100 тысяч мы сегодня выбили, поэтому я очень этому рад. Промокод и ссылка на сам сайт будут закреплены в комментарии под данным видеорекордингом.